убил всех боссов в Poppy Playtime. Сегодня мы посмотрим вот эти анимации и узнаем, кто же стоит за всеми этими смертями. Ну а чтобы все эти монстры стали твоими друзьями, у тебя есть 3 секунды, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. Итак, время пошло. 3, 2, 1, все. Погнали смотреть видосы. И первый на очереди у нас идет мультик про Кэтнэпа. А вот и Кэтнэпик. Воу! Что с ним случилось? Возможно, кто-то разлил кетчуп, и Кэтнэп на нем подскользнулся и потерял свое сознание. Я должна выяснить. Кто это сделал? Так, все в сборе. А? Что это такое? У Пигги какие-то красные пятна на теле. Возможно, он к этому причастен. Давайте выяснять. Ага, пытается скрыть правду. Вы чего? Давай, признавайся. Ладно, ага. Я вам все расскажу. Слушаем. Животик, давай, втянись. Что такое? Кто здесь? Привет. Чем занимаешься? Так, Кикин Чикен. Я? Да ничем, просто чищу зеркало. Ага. Ты мне что-нибудь приготовишь? В смысле? Конечно. У Кикина Чикена и Пигги роман? Они встречаются? Я об этом не думал и не знал даже. Спасибо. Знаете, я обожаю готовить. Через еду я... Нифига себе, у тебя топорик! Я думала, что Кикин мой лучший друг, но... Как вариант, Пигги мог замочить Кэтнэпа этим топориком. Эй, это же моя игрушка! Опа! Неосторожность приводит вот к таким вот последствиям! Ё-моё! Но это, ребят, тоже просто кетчуп. Этот топорик упал на томатную пасту. Он туда подложил перчик! Вот подлец-то! Все! Огненное дыхание Кикину Чикину обеспечено! Это месть! Так. Ну, допустим, у Пигги есть алиби! Следы? Это следы собачьи! Нет, это Дог Дэй сделал? Я могу это доказать. Ну-ка, давай, рассказывай. Я весь день пытаюсь понять формулы, которые писал Бубба. Что он там написал? Что за каляки-маляки? Я решил подойти поближе. Привет, Бубба. О, боже мой. Можно мне с тобой? Этот стул вообще сам понимает, что он пишет? Какие-то просто разукрашки и мазни. Лёш, тогда и приходи. Ой, какой вредный еще. Оттуда весь в слезах. Ой, бедный Дог Дэй. Идеальное орудие мести. Возможно, он разозлился из-за того, что его выгнали, и он решил почему-то свою месть возместить на Кэтнэпе. О, поржом. Циферку пропустил. Что, нет, он все-таки решил немножко поиздеваться над слоном. Чтоб тот понял, что не надо так обращаться со своим другом. Все, у него пукан взорвался. Вот поэтому тут везде... Так, ладно, у него тоже есть алиби. Конечно, это был ты. Я прикалывался. Я тебе эти формулы... О, все, начинается снова бой. Схватка. Так, да хватит драться. Надо выяснять, кто причастен к тому, что Кэтнэп лежит на полу весь в кетчупе. Скукота. Я хорошая. Доказывай. Пальто свое белое не запачкай. Это сделала ты. Хопс-хоч? Это не я. Почему он? У меня их нет. Что? А, нет, а где Крафти в этот момент был? Почему он не рассказывает, где он тусовался? О, у них была дискотека. Я как вы с Бобби веселитесь, но и мне тоже захотелось показать парочку улетных движений. Круто! Так, но они были все вместе. Вроде все нормально. Вот, девчонки, как у вас дела, лапулечки? Привет, Хоппи. Смотрите, это хоп-степ, ну как вам? Что-то мне кажется, они не хотят с ней танцевать. От души. Воу! Кто подложил эту булавку? О, боже мой! Ай-яй-яй-яй! Блин! Как так-то? У тебя где глаза находятся? На лице или на попе? Как ты не заметила эту острую штуковину? Быстрее иди обрабатывай и пластырем на руку натягивай! Боже мой! Ай, не получились танцы, не задались! О, у нас тут свидание Хаги и Кисси-Мисси! Зачем? Они-то что, они в чем виноваты? Зачем их пугать? А что с телеком? Блин, все. Свидание накрылось медным тазом. Вставить кассету, нажать на плей. Как? Наслаждаться шоу. О-о-о, да. Поппи Хопскотч решила зачем-то отомстить этим ребятам, хотя он сам наткнулся на эту острую штуку. Вот, собственно, и все. И ты надеешься легко отделаться? Да я от... Давай, Крафти, рассказывай, где ты был. Он жив. Молчать. О! Плюс шишка. Что? Мы думали... Я был прав.
Кэтнэп живой, он просто потерял сознание на какое-то время. Ты умер? Вовсе нет. Ну-ка. Вообще, это довольно забавная история. Да? Видите ли... Что случилось? Я собирался заточить последний бургер, когда вдруг ко мне подошла Пигги. Кэтнэп. Что? Привет, Пигги. Ты не знаешь, где бургер? Кэтнэп стащил его. Честно. Она ушла, и только я хотел впиться в бургер. Ё-моё, сколько там кетчупа добавили в этот бургер? Что тебе нужно? Я хочу есть. Мне все равно. Ладно. У них реально на всю их семью только один бургер есть? Я этому не верю. Они же очень прожорливые. Прошу, ребят. Мы с бургером вновь остались наедине. Так. Да. Это бургер? Ты да. Что? Нет, это не бургер, это просто игрушка. Какая игрушка? Врёшь? Типа... Откуда у него глаза появились внезапно? Жаль. Да что ж такое? Да поделись ты! Жадина! Ой, боже, всё, он всё слопал. Мне не по зубам. Я закашлялся. Да что ж такое? Он сам себя вырубил, серьезно. Боже мой, фейспалм. Ты купился на это. О, сейчас он, конечно, он схлопотает за то, что он от всех скрыл еду. Все, ему трындец. Ну и сразу смотрим второй мультик про Кэтнэпа. Как такое может быть? Не понял, они решили с Дагдэем поменяться местами? Или как это объяснить? Что вы здесь делаете? Опа. О, я просто осматривал игрок. Вам лучше уйти. Эти твари уже здесь. Да, в смысле? Я не понимаю. Улыбающие твари подчиняются Кэтнэпу. Почему он связан и в цепях? Вас в таком состоянии. Вы спасете меня? Я думаю, что да. Подумайте дважды. Они это какая-то альтернативная версия. Позвольте мне попробовать. Что ж такое-то? Неужели это так сложно? Игрок, тебе нужна пила. Мы уже здесь. Правда? Что? Не знаю. Они повсюду! Нам нужно уходить сейчас, пока не стало слишком поздно. Быстрее находи пилу! Ты так напуган. Вау, похоже, я отпужу. Мне трудно тебя предупредить. Я могу слишком подождать. Поздно! Почему они так тянут очень долго? Ждут, пока улыбающие зверята придут к ним. Надо было быстрее действовать. Нет. Нет? Оу. Вам лучше заплатить за все это. Все, сейчас его тоже сейчас запрут. Это будет быстро. Нет, подождите. Слезьте с меня. Да что ж, они же мелкие. Бетти, маленькие, их просто пинуть достаточно. Крепче, или я выстрелю. О, вооружены. Вот это хорошее оружие. Я не боюсь. Вам с этим не справиться. Убежали. Что? Поймите, вставайте. Это меня быстрее, спасай его. Пожалуйста, помогите. Нет. В этой мультике он добрый, можно его спасти. Я не собираюсь вас спасать. Их очень много. Остановитесь. И слезайте. Я очень надеюсь, что Кэтнэп выживет. Что? Все, минус Догдэй. Вы спасли меня. Давайте убираться отсюда. Ну же. Как? Только после того, как я заберу. Как он без ключей почему открыл? Почему бы вам уже не выйти? Ладно, нет, с рукой еще понятно. Не волнуйтесь. Я помогу вам пройти через это, друг. Ё-моё. Я ценю это. На спину не его посади к себе. Именно так поступают друзья. А теперь... Они уже друзья стали? Они ищут нас обоих. Вы скоро умрете. Давай, стреляй. Будьте осторожны. Они слишком заняты. Ну, стреляй перчатки фейерверком. Послушайте меня, Пол. Я не проявлю к ним милосердия. Мне страшно, игрок. Ой, да их просто надо взять и прям ботинком как запиндюрить им по самое не хочу. Ну серьезно. Или выстрелить просто этим пистолетом рукой фейерверком. Я справлюсь с этим. Я не давай, хочу стреляй. Видеть, как ты плачешь. Давай да, быстрее. Скажи, бочка с токсинами. Все. Минус все зверята. Ты сделал это. О чем ты думаешь, приятель? Отлично. Хорошо. Я уже видел несколько странных вещей такое? В этой лаборатории раньше. Какая-то лаборатория? Эй, это ведь ваши ноги, не так ли? Нам просто нужно найти способ соединить их. Его ноги поместили в эту колбу? Нет, боль тоже не поет. Я приведу вас в порядок. Поторопитесь, пока они все не вернулись. А это работает так? То есть, если ты, допустим, лишился ног, и тебе снова прошьют ноги, ты же их вряд ли будешь чувствовать. Они приближаются. Раз, два. Дайте нам время. Да что ж такое-то? Неугомонные! На нервы. Я покажу вам, почему вы имеете дело с этим. Давай, стреляй! Это все равно, что играть с огнем. Где вы все? Они такие извините, глупенькие! Извините. Именно об этом я и говорил. Вы думаете, это смешно? Догдэй сзади! Да что ж такое-то? Западня! Боже мой! Скинь его! Вам ведь не обязательно вести себя так, не так ли? Вы не проявили милосердия, Кэтнэп. Вот именно! Вот что вы получите. Получай! Это недоразумение. Ага. Вам лучше понять, что я не никогда не промахиваюсь. Хватит уже стреляйте. Кушать я человечину и мясо. Я не дам вам умереть. Прототип. Да. Фу,
Что тут такого ужасного? Я считаю, что улыбающим тварям нужно перейти на здоровый образ жизни. Есть только траву и всякие каши. Вы вмешиваетесь в мои Без планы. Мяса! Позвольте мне взять это на себя. Это он. Не слушайте его. Я никуда не денусь с этим слотом. Хватит. Это Прекратите просто одна это. Рука? Уже достаточно далеко. А где тело прототипа? Пальчики оближешь? Заткнитесь. Оу, все. Меня, психопат. Я не играю. Замолчите. Вот и все. Это как он током ударился? Там что, закрыто же? Нет, 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 нет. Нет! Подождите минутку. Я не Неужели сейчас будет минус кэтнэп? Бог в опасности. Я уже очень сильно переживаю. Проклятие. У меня уже вот мурашки на коже. Вы больше По не коже бегут. Ему вреда. Скажите спасибо. Вам этого было достаточно? Я больше не могу этого выносить. Мы надеемся, что они просто дураки. Я не могу. Сломаю эту руку. Еще одна. Пополам. Кто следующий? Вы это сделаете. Заплатите. Убежали. Я уже встал. Да, дружище, но Майкл, что именно? Прошу прощения за это. Я совсем потерялся без него. Он не был богом. Он дал мне смысл жизни. Но теперь пришло время найти свое собственное предназначение, приятель. Спасибо тебе, приятель. Все, Кэтнэп вроде стал добрым. Я не ничего из-за этого. С ним все Он больше не подчиняется прототипу. Они потрясающие. Спасибо как вам, новенький. Друг. Вы просто великолепны. И мой друг. Потому что мы сделали... О, это очень хорошая Поверьте концовка. Мне, ваша работа здесь наконец-то Все закончена. Остались живы. Кроме Привет, прототипа. Я отомщу вам. Он еще жив. Ну, а сейчас мы посмотрим анимацию про Мисс Делайт. Привет и вам. Не могли бы вы помочь мне с этим? Даже не спрашивайте меня, как она там оказалась. Я сам без понятия. Эй, корова, что я могу для вас сделать? Спаси ее, конечно. Я только не понимаю, Хорошо, почему все злые персонажи вдруг стали добрыми? Сдавайте что это такое? Себе. Конечно. А, нет. А если она его обманывает? Наконец. Если она его... Если он сейчас ее спасет, а она потом начнет за ним бегать и захочет отведывать его на вкус. А? Он об этом не подумал? Наконец. Он же Молодой задавил ее воротами. Осталось сделать по прохождению, по сюжету. Что именно? Давай Слезь быстрее, шевелись, не трогай, если хочешь помочь. Ишь, это мой Так, вроде бы все нормально. Давай. Теперь нужно быстрее Нет. уматывать из этого места. Не беспокойтесь. И Я отстреливаться с помощью руки пистолет. Пора. Да что ж такое-то? Игрок, давай, быстрее думай, что надо стрелять в них. Тебе мозг на что нужен? Извилины Подойдите. Должны вырабатывать логические решения. Подойдите сюда. Так, ладно, Подойдите начинается сюда. Марафон. Вы здесь? Забег. Не надо. Вы правы. Они уже догоняют. Так, вроде бы они оторвались. Все в порядке. О, Теперь они спрятались. Да, похоже на Это то. Гениально. Ох, Но да. кролик уже Ох, тут. Да. Этот Но заяц очень хитроумный. Это мисс Восток. Все. Помогите мне. Ну и я ладно, оставляю ее там. Она все равно плохая. Это блинчики. Нет. Все идет по плану. Игрока схватили. До свидания, молодой Он в плену человек. У них. Спасибо, что попытались уйти. Обращайся. Я не буду этого делать. Так, давай. Нифига себе. Игрок обрел очень много сил. Обалдеть, он просто налево-направо их Мисс. Кидает. Остановитесь так, о, нифига себе. Они вас никуда не повезут. Храбрости набрался. Спасибо. Я не мог позволить. Может, он влюбился в нее? Подождите. Вы заслужили эти ноги. Да? Я приведу его. Оставайтесь здесь. Блин, я что очень я боюсь, что он сейчас за ним начнет порядка. Бегать. Теперь он у меня в руках. Мне кажется, она быстрее. Не просто Спасибо так вам. Все это делает. Вы не смогли бы сделать это в одиночку. Не просто так ее привязали к этим цепям. Помогите мне. Ох, вы правы. Вы будете настоящим. Так. Вместе что с... такое? Что за звуки? Тушьтесь. О, там зверята уже врываются. Они пытаются ворваться в эту комнату. Я ничего не могу сделать. О боже. Нифига себе, Крафти. Я больше не могу это терпеть. Сигнализации. Помоги, Нам мисс Делайт. Да они же мелкие. Такое? Слезьте с нашего прилипчивого пони. Не приставайте. О, что? Нам нужно идти прямо сейчас. Как она загорелась? Святые макароны с сыром. Только чудо может Какие макароны с сыром? Ты о чем говоришь вообще? Вау. Вау. Что это было? А так можно было сразу сделать, а? Нет. Как Свои. Такое могло случиться? Булавой! О, мой. Еще один промах. Что? Я ее сестра, и я уже давно Там ищу. Много их, что ли? Я наконец-то нашла ее. О, да? Вам придется пройти через меня. Вот, да, злая версия. Она добрая, вот эта вот. Тогда без ног. Я использую вас в качестве разминки. Нет! Мужчина нет. Я могла Спасай! Бы помочь вам с этим, Гарри. Своего защитника! Я этому конец. Что Быстрее ты? Вставляй это свои ноги! Возможно. Я не позволю вам этого сделать. Вот. Давайте Все-таки она добрая. Нападок вы нет! Ё-моё! Может быть, если я воспользуюсь... Она замочила свою! Мою сестру! Я вся горю. Я ведь поймаю вас, правда? Пипец, надо что-то делать! Господи Иисусе! Нужно я быстрее ее вырубать! Нее как можно скорее. Да ты должен ее смотреть! Это конец. Все, она должна остановиться! Эй! Почему она не останавливается? Теперь она же должна не двигаться, когда на нее смотришь!
А в этой версии она просто бежит, ей вообще пофиг на все правила игры. Мог бы использовать это в своих интересах. Давай быстрее. А, вот он сейчас, да? Воротами ее. Пополам сложил. О боже, вы это серьезно? Да, мне бы не помешала помощь, пожалуйста. Ой-ой-ой, что ты лапшу на уши нам вешаешь? Не делайте этого. На! Добивка от игрока. Он очень свирепый. Так. У вас получилось. Мисс Лайт. Ой, все отлично. Но? О нет, мисс Лайт. Что такое? А где же ваш друг по отношению ко мне? Ну что же. Она все вырубилась! А нет. Нет! Ну а это мультик про Dog Day! О боже, нет. Они приближаются. Но тут хотя бы понятно, почему он здесь висит. Это все по сюжету. Ни в коем случае. Прекратите это. Но я очень надеюсь, что именно в этой версии Dog Day спасут. Увольте. Так, это у нас сигнальная ракетница. Игрок уже пришел спасать. Отлично! Что с вами случиллось? Давай быстрее вытаскивай его отсюда! Вы должны бежать. Они могут вас поймать. Поторопитесь. Нет! Мы тебя не бросим! Не нет, спасибо, мальчик. Почему бы нам не начать с того, чтобы продать меня бесплатно? Нет! Вот, почему ты так говоришь? В точку. У нас есть ракетница, мы легко сможем отбиться и вытащить тебя из этой дыры! Они заденут меня за живое. Защищай его быстрее! О, мать! Ё-моё! Я переживаю! Дурак! Да эй, кто дурак? Давай вытаскивай его. О, да. Полезный как это вообще? Мне подарки кажется, от этого приема Dog Day можно было оторвать руки, но все обошлось. Огонь. Ребята, не проявляйте милосердия. Они хорошо, уже бегут за ними. Эта дверь не остановит их навсегда. Мы они укрылись. Покинуть это место. Кстати, не хочу совать нос в чужие дела, но где же твои ноги, парень? Да. Вон там. Вот. Нужно срочно Dog Day поставить новые ноги. Пожалуйста, не доводите дело до конца. Не беспокойтесь. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Всего несколькими движениями я могу собрать их. Так. В таком виде, в каком они есть. А получается, вот эти вот все игрушки, они как аниматроники из FNAF, правильно я понимаю? Следуйте за нами. Это просто супер. Как роботы. Поехали. Они ушли. Но с живой плотью. А теперь пора спать, мальчик. Это пришел кот Дремот. Засранец. Наш его сюда призвали. Да, ни за что. Так. Ладно, твари, идите и что? Дайте им по носу. Не обзывайся. Держитесь подальше. Наконец-то мы встретились. Так, нужно как-то остановить Кэтнэпа. И вы так, ну, улыбающих взгляд легко победить, но вот как победить этого огромного кота? Это Равиоли. Ё-моё! Вы снимаете их с вооружения. Минус спасибо. Перчатка! Вот это. О нет, оу! Как вы смеете? Неужели для меня уже слишком поздно? Сейчас да, игрока слопают! Нет, его усыпили! Намного лучше. А у него есть разве противогаз! О, подожди, оу! Привет, пожалуйста, не надо. Ты не это страшная версия! Ты кота Дремота! Свежим воздухом. Отпусти меня. Так, быстрее, быстрее! Dog Day, помогай ему! О, нифига себе! А так можно было запрыгнуть, серьезно? Я дарю тебе маску прямо сейчас. Так. Не волнуйся, я справлюсь с этим. Нет! Да что ж такое-то? Вы очень много разговариваете! На! Получай по щам! Эй! Насладись своим последним. Ребята, вы за кого болеете? Я болею за Dog Day. Давай, оторви ему хвост! Он становится сильнее. Ты чувствуешь это, собачий? Почему? День. Конец близок. Да где такой слабый? Не помогайте мне. Ай-яй-яй-яй, нет! Давай быстрее, стреляй в Кэтнэпа, игрок! Сегодня собачий. Давай! Подождите. Или сейчас прототип придет. Не так ли? Так, ага. Обязательно подзарядили руку, перчатку, и теперь, что да, получай разряд. Ага, все. Теперь он будет лежать. Вас, как можно а мы в это время быстрее сейчас, да, починим Dog Day и сбежим отсюда. С этого момента вы мой лучший. О, это очень мило. Ну, а это грустная анимация про Крафтикорна. Это уже случалось со мной. Бедняга, теперь он у нас в цепях. Кого сделала? Они здесь. А где игрок? Нет, где его черти мотают? Где я вас видел? Они уж приближаются. Мы ё-моё, нет! Бедняга, он еще плачет. Так. В чем дело? Да! Что происходит? Игрок пришел разве на помощь! Не этого? Ни в коем случае. Вы больше не причиняете ей боли. А, вы да, поняли. Да, правильный игрок, так их! Пускай знает свое место! Шумовой игрок. Эти улыбающие зверята! Есть ваш пистолет. И я не оставлю вас в таком состоянии. Спасаю, давай, это давай, давай! Возможно. Крафти вообще ничего плохого не сделал! Я понял, это на ринге западня! Они решили все одновременно не накинуться! Надо просто продолжать болтать. Ё-моё, нифига, их там очень много! Старая длинная кукуруза. Я не могу позволить вам так с ней поступить. Блин, вот давай, давай, давай! Что вы делаете? Нужно стрелять прям по всем, чтобы они быстрее я убежали! Я сделал. Так, извините, он решил от цепей ее освободить! Я не могу устоять. Это я очень стараюсь. Опасно! Мне она же может рук лишиться таким образом!
Ё-моё! Не говорите так. Перестаньте. Они как мухи на помёт слетелись! Ой, вы можете сыграть? Так, вроде всё нормально. О, нет, это так. Вот здесь. Теперь давайте нужно найти ноги Крафти. Ну же. Давай, что ты смотришь? Нужно хотя бы на руках научиться бегать. Это и нифига себе, они прожорливые. Они настолько голодны, что даже не пугаются. Нет, уже этой. Скажите, руки пистолета. Вау. Так. Не волнуйтесь, вы совсем не тяжелы. Она потеряла сознание. Ребят, Крафти, это он или она? Я до сих пор не знаю. Ничего видеть. Просто держитесь от. Так, о, наконец-то, додумался, блин. Сто лет уже прошло, пока до этой идеи у него дошли руки. Ну что же, давайте покончим с этим. Так. Платите. Окей. Давайте начнем. Батл. Игрок против этих зверей. Почему все замедлены в замедленной съемке? Я мог драться с вами. Что? Вы все еще планируете? А, я думал, это уже у Крафт ноги появились, а это просто маленькая версия. Святая корова, я что, только что смахнул? Ё-моё, нифига себе там! Вы ничего не понимаете. Построил замков. У меня болят ноги. Воу! Разве это не здорово? Да, я немного нервничаю. Это немножко стрёмно выглядит. Это будет лишь второе число. Давайте. Так, у нас игрок по образованию хирург. Следующий стежок должен быть таким же идеальным, как и предыдущий. Надеюсь, он понимает, что он делает. Так, вроде бы все вернул обратно. Большое вам спасибо. Я вынужден. Так, ну нет, контримот их так просто не отпустит. Наконец-то, не ешьте меня. Ё-моё. Это не вариант. Он во всех анимациях очень жутко выглядит. Я не могу в это поверить. Боже мой, давай, спасай, нифига себе. Крафти стал высокий. Вы с ними заодно? Ну что же, вам не следовало меня предавать? Тебе не следовало было Крафти на цепи привязывать. Так оно и есть. О, нет! Эй! Это вам не шашлычок! Пап, отпустите ее! Это тоже напоминает курицу. Боже мой! О, нет! Все о, кончено. Нет, бедный о, Крафти! Боже, я не думаю, что хочу. Ребята, все пишут в комментариях. О, это Крафти, это живи! Это слаще, чем нет! Можно себе представить. А у нее есть у еще? Вторые запасные ноги. Вот что это такое. Да что ж такое, это снова вернулись к прежнему состоянию. Подождите секунду. У вас такие страшные. Нет! Губы. Подождите. Вот и а может, Поппи им поможет с киси-миси? Да, у меня в голове. О, ну все. О, нет. Ухасили Кэтнепа. Нет, они уже ее сейчас. Привет, тварь. Привет. Прожуют всю. Принесите мне сладкого хлеба. О, боже я мой! Слышал, что треска очень вкусная. О, где его рука-пистолет? Что именно? И мяса у него хватит на всех. Что? О чем вы говорите? Посмотрите на эти толстые ножки. О, и еще. Это смотрите! Он хочет, чтобы улыбающие зверята накинулись на Кэтнеп, потому что он хочу больше. Это старомодное блюдо. И в нем намного больше мяса будет. Нет. Нифига себе, он их переиграл. Это гениально. О, все. Мы сделали это. Мне кажется, именно так Кэтнеп потом привязали к цепям. Ну, а это мультик про кошмарного Хаги-Ваги. Неужели я заслуживаю этого ада? Нет, Хаги, ты этого не заслуживаешь. Пожалуйста, вы здесь. Это жутко. А в это время Кисси-Мисси с игроком тусуется. Спасибо вам. Она решила поменять Хаги-Ваги на игрока, но спалилась с ним и решила все-таки вытащить Хаги-Ваги. Дружище, я уже иду. Так, давайте. Нет. Помогайте нет, ему. О, что? Вы можете спасти его. Теперь он злой человек. В смысле? Посмотрите на его лицо. Эй! Мне очень жаль. Все он не злой! Не надо ждать. Я реально думаю, есть. Ребята, что Кисси-Мисси пытается избавиться от Хаги-Ваги. Святые блинчики. То эти улыбающие звери уже здесь! Помогайте ему! Да он... Ну, мальчик мой, он не злой! Мы не да, у него черные глаза! Сделать. Да, у него острые это зубы! Пожалуйста. Да, он страшный! Но в душе он хорошо, очень милый и добрый! Быстрее, они сейчас его слопают! О, от него ничего вы не останется! Это правильно? Он этого лишь шерсть, это синяя! На самом деле вы не это имеете в виду. Давай, игрок, решайся! Что девушка! Или твой лучший я друг? Это конечно сделать. Же, лучший друг на первой это позиции что, всегда! Ё-моё! Они уже от это него то, куски отрывают! Я не хочу этого. Боже ты мой, уже я пух летит во все стороны! Что? Я не могу этого в его глаз кто-то залез! Нет. Бедный нет, Хаги! Я не могу в это поверить. Боже мой! Хотите, ребята, а вы за кого в этой ситуации? За Хаги-Ваги или за Кисси-Мисси? Я вы как хочу. Считаете, нужно вообще спасать Хаги-Ваги? Что случилось? Или же его оставить? Спасибо тебе, и он злой. Напишите, ребята, в комментариях. Он добрый или злой? Так, но вроде бы боли, игрок со всеми разобрался. Тебя из давай, 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 раскручивай эти цепи. Макароны.
Ё-моё, они уже здесь! Ну все, вы напросились, знаете ли. У нас есть с собой сигнальная ракетница, которая вас просто испугает. Давай используй ее быстрее! А почему Кити стоит? Наконец-то начала действовать! Она поняла, что поступила неправильно и должна все-таки спасти своего настоящего мужа. Так. О, нифига себе, она... Науки у нее карате обалденные. Она с одного удара смогла пробить металлическую цепь. Но эти твари не хотят сдаваться. Они все еще нападают. Давайте все вместе соберитесь. Встаньте спиной к спине и начинайте отбиваться от них. А где Пупи, кстати? Нет. Все будет хорошо. Так, о, нет, она хочет пожертвовать собой, чтобы они спаслись. Хорошо, отличная идея. Идите уходить от них. Так, они реально ее бросили, я же просто пошутил. Нужно было ее тоже вытащить отсюда. О, нет! О, боже мой, ребята! Ой! Ребят, кому стало грустно, обязательно поставьте лайк. Мне жалко Кисси Мисси. В чем дело? Ну, друзья, конечно же, на первом месте. Это страшная версия кота Дремота! Все верно. Но ты убийца. Ё-моё, он их не отпустит! Почему он убийца? Ни в коем случае. Что он сделал? Так в смысле? Очень жаль. А кого он вообще? Он же никого не прибил. Что ты собираешься делать? Кот Ремонт решил его обмануть. Все, игрок теперь в виде какой-то закуски. Он его спас. Вы спасли меня. Отлично. Отлично, хорошо. Что такое? Он все еще жив. Вырубите его с помощью электричества. Электрического разряда. Ни за что. Может быть, сейчас Кисси Мисси поможет все-таки? Может, она осталась жива? Умрите. Что такое? Да, Кисси Мисси каким-то образом смогла вырваться. И спасти тех зверят! И теперь она сражается с этим котом Дремотом! Все, теперь мы сейчас тройная атака от наших друзей! Все, давай, кот Дремот! Уходи прочь! Тебе не совладать с ними! Ты просто никто по сравнению с ними! Ага, все! Все, хаги-ваги! О чем вы говорите? Все свои зубы показал. Сейчас он будет атаковать. Вы же знаете, что будете нашим следующим блюдом, не так? В смысле? Вы восхитительны. Они хотят слопать этого скелетона кота? В нем же нет мяса. Мне только одни кости. Обнимашки. О, да, теперь они снова вместе. У нас все в порядке. О, а игрок теперь их друг. А прикиньте, они просто возьмут и слопают его. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!